Под марш Мендельсона в зал регистрации брака Ленинского управления ЗАГС зашли сразу 8 пар влюбленных. Женихи трепетно держали за руки своих невест. Несмотря на уже довольно солидный стаж, юбиляры семейной жизни все так же тепло и нежно относятся к своим вторым половинкам. Кто, как не вы, собственно, сегодня нашим детям еще раз покажет и расскажет, и докажет, что любовь – это гораздо больше, чем какой-то промежуток времени. И не 3, и не 5, и не 10 лет. Любовь, она навсегда. И есть такая любовь, которая приходит однажды и приходит на долгие годы. К очередной годовщине свадьбы бриллиантовые и золотые юбиляры семейной жизни получили благодарственный адрес и памятный подарок от главы Ленинского городского округа. Многие вспоминали, как первый раз увидели друг друга, пришли в ЗАГС и так незаметно вместе прожили большую часть жизни. Отмечаем золотую свадьбу, конечно, и невеста, 50-летний стажем. Это было в Дом культуры у нас здесь, видно, много гостей было. А какая свадьба без росписи? Все 8 пар молодоженов со стажем поставили свои автографы в юбилейной памятной книге Ленинского управления ЗАГС. Если у тебя тыл чуть-чуть защищен, тебе и работать проще, в общем-то, как раз вот это такая, считаю, большая вещь, особенно для нас, для работы, когда у тебя тылы так спокойно, ты можешь себя как бы чуть спокойнее чувствовать, в общем-то, естественно, и какие-то результаты получаются, потому что очень сложно в жизни добиться одному. Ольга и Евгений Михайлины прожили вместе 50 лет. Свою принцессу будущий муж встретил во время учебы на факультете единоборств в Институте физической культуры. До сих пор хранит приглашение в магазин для молодоженов, что когда-то был на «Динамо». Есть что вспомнить, и походы, когда мы были молодые, ходили там везде, сказать, по всей Московской области. Вот, она всегда умела кашеварить, и на ее плечах лежала все, сказать, основная работа. Теплый, душевный, по-настоящему семейный праздник надолго останется в памяти участников торжества. Но многие юбиляры останавливаться на достигнутом не намерены и обещают, что через 10 и 20 лет снова придут в ЗАГС, чтобы отметить очередную солидную годовщину. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.